Нас многих и во многом убеждает страх. Нас многих и во многом убеждает страх. Именно он нас делает безвольными. Смиренно часто смотрим прямо в пасть опасности, а не в глаза, как это делают достойные. Но в еще большем убеждает нас надежда. Готовы мы терпеть невыносимое. Уже есть нечего, истлела вся одежда, но мы надеемся, нас пощадит неумолимое. Но капитан Жеглов уверен был, терпение есть трехголовый и безропотный осел. Терпеть только тогда нужно лишение, когда к достойной цели ты идешь. А если над тобою издеваются, то проявлять терпение – это трусость. Здесь не поможет превратиться в страуса. Ты или раб, или способен на поступок. Поэтому нас убеждать должен не страх, и не надежда, и, конечно, не терпение, а только вера в наше дело и в себя. Из них должны черпать мы вдохновение. Существенном и важном, существенном и важном, позабыв о суете, доктор Волощук СД, с вами говорит стихами, существенном и важном, доктор Волощук СД.